И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И я продолжаю. Это как небольшой, как будто сериал. My Little Pony. Мама купила пони. Так, и давайте продолжать. Так, все, нам ничего не надо, никаких пакет. А, нет, пакет нам нужен. Вот можно нам вот этот пробить. Да, бздык. Это вам бесплатно. Угу. Так, давайте, девочки, такие как аксессуары мелкие вот сюда складывайте, потому что сейчас мне надо будет еще этот комод нести, а вы пока вот флауриш донесешь это, да. Так, а ты будешь вот это все, вот расчески всякие нести, вот это все. Хорошо, мам. Так, давайте-ка. Мы это на тебя сейчас наденем. Ой, какая красота. Так, идемте домой. Так, вот мы все расставили по-новому. Пришлось там некоторые вещи сдвинуть, что-то убрать в комод. Наш новый, кстати, он очень красивый. Так, давай. Так, вот. Это все. Так, девочки, вам нравится моя новая юбочка? Да, мам, очень красивая. Кстати, я вам заказала это подарки. Ну, по сайту. Они, кстати, сегодня придут себе еще одну пони маленькую. Ура! Какую? Вот эту, как я забыла, Пинки Пай. О, здорово, как раз хотела Пинки Пай. Да. А мне, мамочка, что? Где я заказала, как-то называется-то вот, ты любишь-то аксессуар-то. Ну, а какой аксессуар? Это не аксессуар, как бы это сказать? Ну, это, сейчас вспомню. Ну, там маску на лицо-то хотела огуречную. А, здорово, я ее люблю делать. Ну, вот я тебе заказала эту маску. Так, ладно. Я пошла, доченьки, это скоро приедет эта доставка. Ура, я пойду пока играть пони. Ох, опять со своим пони играешь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, что-то скучно. А? Что это было? Что это было? Так, так. Что ты там роняешь? Яйцо? Что? Что это за яйцо? Не знаю, какое-то яйцо. Давай маму позовем. Зачем это обычное яйцо? Ну, а вдруг оно какое-нибудь страшное, там может кто-то из него вылупится. Ой, да ладно, видишь всякие сказки, еще вылупится, а тут динозавр, да? Ну, я не знаю, кто оттуда вылупится. Вдруг и правда какой-нибудь, как дракон или динозавр. Давай маму позовем. Да зачем маму звать, а? Мама! Мам! Да, доченька, ты что-то меня звала? Мам, сын, какое-то яйцо. Интересно. Ну, что это за яйцо? Я не знаю, я нашла. Давай положим нашу корзину. Она, смотри, прям как гнездо у нас. Корзинка. Вот сюда положим. Ой, смотри, чтобы у тебя там никакой динозавр не родился из этого яйца. Ха-ха-ха-ха-ха, динозавр, ха-ха-ха. Но это правда, вдруг там какой-нибудь динозавр родится. Я буду за этим яйцом ухаживать. Посмотрим, что оттуда вылупится. Ой, да не верю, что там какая-то крокозябра оттуда вылупится. Я думаю, еще какой-нибудь летающий дракон, да, еще какой-нибудь из своих мультиков, как приручить дракон родится этот, как это говорил, без зубик. Родится еще крокозябрик, и будешь сама за ним убираться. Ну, вдруг там будет птичка какая-нибудь, ну и посмотри, что родится. И меня в это не ввязывай. Я не люблю всякие твои шуточки. Через несколько недель, а может и через месяц. Оно вылупляется! Сейчас кто-то вылупится оттуда, наверное, какой-нибудь галчонок. Ой. Все, мне надоело твои шуточки. Я пошла к маме на кухню. Когда уже успокоишься со своим вылуплением этого очередного твоего дружка, выдумленного какого-то дракона, крокозябру, блин, придумала, я тогда и приду, когда ты угомонишься уже. Ну, это правда, вдруг там кто-то есть. Я тебя не слышу. А? Что там такое? Что там такое? Так, так. А-а-а! Что это за динозавр?
Мамочки, мамочки! Мама, кто это вылупился? Мама! Дочка, что ты? Что это? Что ты сделала? Что это такое? Кто это? Доча? Я не знаю, это из яичка вылупилось. Такое большое! Что это, доча? Что ты за яйцо домой принесла? Я не принесла, оно упало. У нас нет дырок. Была одна дырка как раз месяц назад. Вот и упало яйцо, наверное, динозавр это. Господи, сестра, что это за шуточки? Это не шуточки, это динозавр. Ой, дракон. Доченька, его надо немедленно к ученым или к кому-то из зоопарка позвонить. Я не знаю, что это за существо. Все, я пошла. Мама, стой, давай его вырастим. Вдруг это будет хороший дракон. Он кусается. Все, дочь, я пошла. Мама, ну дай я его хотя бы перевоспитаю. Ой, ладно. Ну, если что, зови. Я пошла. Ну, мама. Знаешь, сестренка, я это тоже пойду. Хочешь, пользуйся моими аксессуарами? Только не надо на меня этого животного натравливать. Что вы боитесь? Наверное, он очень хорошенький, страшненький. Да что ты кусаешься, а? Надо подумать. А, он, наверное, голодный. Вот что он кусается. На что едят драконы? В мультике было показано рыбу, но у меня нет рыбы. Так, ладно, сейчас придумаем. Не могу с ним пойти никуда. Сейчас быстро. Мама, я не зайду в комнату, доча. Ты хотя бы представляешь, что у тебя в комнате? Да, это дракончик. Дракончик, это динозавр целый, доча. Ты можешь его как-нибудь из дома, не знаю, изгнать там, убрать его, доча. Я тебе не зайду в комнату. Ну, мама, у нас хотя бы рыба есть? Рыба, да, есть. Вот, на, упала рыба. У нас все там есть, что тебе надо. Рыба, не рыба. Две, пожалуйста. Так, сейчас начну его приручать. Так, не ешь, стоп, нельзя. Как там, нельзя, все. Нельзя. Какой ты чудной. Да, мама права, надо хотя бы к ученым. Ну, ай, нельзя так, как бы тебя еще назвать. Ну, без зубика точно не подойдет. Ой. Что он делает? У него лапы есть. Здорово. Продолжение следует. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите продолжение. А-а-а!